На историко-культурном комплексе «Линия Сталина» появится еще один символ памяти. Небольшая часовня, где любой желающий сможет поставить свечу за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, и помолиться об их упокоении. Камень в основании памятника павшим в боях сегодня заложил митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси Филарет. «Сия грамота, составленного знаменования закладки памятной капсулы в основании часовни во имя святаго благоверного князя Александра Невского». Здесь гибли люди, по сути дела, безвестно. Мы знаем трагическое начало Великой Отечественной войны. И мы даже, когда делали раскопки здесь, мы нашли много фрагментов тел человеческих, воинов, которые мы не смогли идентифицировать поименно. Но это не значит, что мы должны не помнить о них.